только проснулся и сразу же торопится на улицу, чтобы посмотреть, насколько продвинулся капитальный ремонт его дома. Небезразличного жильца дома номер 3 по улице Первомайская зовут Виктор Говоров. 20 лет – это возраст дома. Именно столько ждали этого чуда жители. Особенно те, чьи квартиры находятся с торца дома. Зимой в их жилье было очень холодно. Дома отепляют. Зимой теплее будет. Батарею я сам поменял. Систему. Сколько квартир? И дом греется. Капитальный ремонт в доме в самом разгаре. В многоэтажке проводится ремонт крыши. Она будет двухслойной, а значит более долговечной. Преображаются и подъезды. Стены штукатурят, а после покрасят в светло-оливковый цвет. Также полностью меняется система холодного и горячего водоснабжения. Торцы фасада не только утепляются, но и обшиваются. Теперь они стали ярче, бежево-зеленого цвета. Специалисты подрядной организации и управляющие компании работают в тандеме с жителями. Прежде чем составляется программа капремонта, мы анализируем заявки от жителей. Обычно торцы начинают плесневеть, промерзать. И поэтому включаем обшивку торцов. Это в основном кирпичные дома. Денежные средства на капитальный ремонт дома поступили из республиканского бюджета. Цена вопроса – 14 800 000 рублей. Помимо этого, за счет муниципального бюджета была отремонтирована внутриквартальная дорога. Всего в этом году в Заинском районе в программу капремонта попали 17 многоквартирных домов.